отключение воды, которое может остаться незамеченным. Сегодня ровно в полночь некоторые районы города останутся без живительной влаги. Березняковская водоснабжающая компания предупреждает, что предстоящей ночью примерно до 3:30 ввиду замены запорной арматуры будет отключено водоснабжение по следующим адресам. Это несколько домов по улицам Комсомольская, Мира, 30 лет Победы, Пятилетки и самый большой список домов на Юбилейной. А мы советуем, несмотря на то, что отключение ночное, небольшой запас воды все-таки сделать. Как говорится, на всякий случай.